тебя лодка, один мотор. Можно. Печторин опусти. Лежал, может, от солнца, ну, от жары. Ну да. Так, сейчас я поднял тебя, возьму. Пойдет ставить. Так, ну вот так вот. Надо заметить, наклейки, наверное, одинаковые. Я сходил, все там, это самое. Вот смотри, до этой 15,5. Да. А? Да вон еще баранчик купить вместо этой херни. У мота тоже баранчик, чтобы раз защелк не раскручивать. Ну как ты, Ваня? Нормально. Штаны сухие? Водичка теплая. Ты упал? Да. Ваня, у нас первый окунувшийся. А на каком таком вираже вообще? Ну вот так вот. Поворот не вписался, да? Не перед теплоходом хоть. Мы уже экстремальщик проще начали там. А что вы сделали такого? Ну а 180 градусов про заворот там. Ваня, отвлекся, видимо, и улетел. Ванёк просто прикурить решил, да? Пугай. Давай. Смотри, как у меня счастливое лицо. Иди, Полина. Да какое счастливое лицо? Ой, вообще-то что, супер. Полин, давай, давай, иди. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, спасибо. Так здорово. Ребят. Вообще ничего.
Я буду вот так держать, я по-другому боюсь. Вот сейчас он мне на волнах подкинет. Ну что, подпрыгивает? Антон, маньячное лицо такое. Закрытыми глазами сидит вот так вот. Что, давай, мы уже перекрутили. Вот, сам благодарный зритель. Кричит. Не, я, короче, мышцами. Не знаю. Да ладно, ты я слезу. Мне, короче, не слезу. Я только что пятый. Надо же как плохо плавать, Антон. Да. Мой что-то лень. Вы там приедете где, чтобы мы видели. Вот он такой молодец. Какие очки-то? А я все увидел. А ты записываешь про свой звук? Записываю, конечно. Записываешь. Антон сейчас говорит? Хочешь кататься? Москва-то. Я тоже сам не сказал. Как водичка. Ну ты покатал, Ирку умакал, вот я теперь. Она была в гидрокостюме. Иди на лодку переодевайся. Не, уж такой. Как не уж? Сандалию забыл. В воде? Вообще не в воде. Сандалию чуть в воде не потерял. Я уже давно снимаю.